Современная спортивная инфраструктура в шаговой доступности. В микрорайоне Хромпик торжественно открыли новые корты, хоккейные корты. Как создают условия для будущих чемпионов и просто здорового образа жизни. Расскажем в сюжете. В микрорайоне Хромпик двойной праздник. Здесь торжественно открывают сразу два новых корта. Спортивные сооружения строили в течение месяца, на это потребовалось порядка 3 миллионов рублей. Поздравить жителей приехали высокие гости. В следующие 5 лет мы заложили под новым лозунгом это развитие спорта в нашем городском округе. Вообще все инфраструктуры для того, чтобы наши жители, чтобы вы могли заниматься как физической культурой, так и спортом. Сегодня прекрасный праздник, который подарили нам наши новые социальные партнеры. Социальный партнер города – завод «Хромпик», входящий в группу «Полипласт». У руководства предприятия большие планы по модернизации производства и масштабная социальная программа, куда входят поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни. Для этого создают необходимую инфраструктуру. Сегодня мы открываем не просто 2 корта, мы сегодня открываем новые возможности для наших детей. Спорт – это не только здоровье, спорт – это командный дух, это дружба. Руководство Свердловской области одной из приоритетных задач ставится привлечение как можно большего количества уральцев к занятию спортом. И наш родной город Первоуральск вносит существенный вклад в развитие регионального спорта, особенно в наш традиционный вид – хоккей с мячом. Недавно на средства завода открыли Академию хоккея, а сегодня ее представители участвуют в церемонии открытия кортов. Дворовый хоккей – то, с чего нередко начинается путь чемпиона, говорят спортсмены. Все становление спортсменов проходит во дворе, в дворовых клубах. То есть у нас было раньше, когда я так рос, мы все играли в дворовый хоккей, в дворовых клубах. Поэтому это очень важно, что есть такая возможность открывать такие корты. Я думаю, все больше и больше детей будет заниматься, видя такие условия. На новом корте юные спортсмены проводят показательный матч. Он длится всего несколько минут. За это время команды успевают сыграть в ничью 2-2. А собравшихся угощают кашей и горячим чаем. Организаторы надеются, для кого-то из ребят сегодняшний день станет началом большого спортивного пути. А кто-то просто получит импульс для занятия физкультурой. В планах у руководства предприятия также установка детских площадок и спорткомплексов в микрорайоне Хромпик. Виталий Мотин, Алексей Вербицкий, Андрей Волков. Новости Первоуральск.